Привет, друзья! Смерть Юлии Норкиной, супруги известного ведущего Андрея Норкина, стала громом среди ясного неба. Обстоятельства ухода женщины из жизни весьма загадочны. Юлия Норкина скончалась 4 июня при загадочных обстоятельствах. В сети судачат о разном. По одним данным, не выдержало сердце, по другим, ведущая боролась с тяжелой болезнью, а кто-то намекает на то, что она просто устала жить. Супруга телеведущего Андрея Норкина умерла на даче в Подмосковье, где находилась на карантине с семьей. Впрочем, Юлия периодически нарушала режим самоизоляции. Так, например, за несколько дней до смерти она приняла участие в съемках очередного выпуска шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале, который был посвящен разбирательствам между некогда популярным певцом Ромой Жуковым и его бывшей женой Еленой. В разговоре с журналистами Жукова обратила внимание на то, как вела себя на съемках Юлия Норкина. На съемках передачи «Во взгляде Юлии» я заметила какую-то печаль. Она была замкнутая, о чем-то переживала. В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку, отметила Елена Жукова. Она сообщила, что Юлия сравнила ее поведение с поведением политика Владимира Жириновского, однако это вырезали из эфира. Да и вообще многие ее комментарии повырезали, бросила бывшая жена артиста Ромы Жукова. «Юлия очень меня поддержала на этих съемках», — говорила Роману. «Как вообще можно обижать женщину?» И когда я через несколько дней увидел ее фотографию в соцсетях с новостью о том, что Юли больше нет, была в шоке, призналась Елена. Она прокомментировала слухи о том, что якобы Андрей Норкин мог изменить жене. Елена предположила, что Юлия могла быть грустной, потому что в ее истории с Ромой могла увидеть отражение собственной жизни. Юлия была очень проницательным человеком, а обмануть ее было сложно, высказала мнение бывшая жена Ромы Жукова. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и поделиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео!